Несмотря на преддверие праздника, в амбулатории поселка Горки-Ленинский работа кипит как в обычный день. Рассчитано учреждение на 75 приемов в смену, а на деле людей приходит вдвое больше. Увеличилось и количество вызовов, чему поспособствовали два фактора. Очередное увеличение количества заболевших коронавирусом и дачный сезон. Очень много приема получается москвичей, которые проживают в СНТ, на дачных, коттеджных поселках. Поэтому им отказать в ковидной помощи мы не можем. Соответственно, нагрузка на амбулаторию вырастает. Количество вызовов увеличилось где-то на процентов 50-70. Ну, подключили все, подключился я, все сотрудники работают в режиме таком форсированном. Чтобы не занимать много времени, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Артем Грудинин вместе с волонтерами Молодой гвардии партии «Единая Россия» устроили импровизированное поздравление врачей прямо в фойе амбулатории, как говорится, не отходя от рабочего места. Спасибо вам огромное за то, что вы несете свою работу. Можно сказать, несете свою службу на благо общества, на благо людей, поэтому как бы большое человеческое вам спасибо. Порядка 20 человек работает в амбулатории поселка Горки-Ленинский. И хотя нагрузка на персонал в последний год возросла, эти люди стараются помочь всем обратившимся. А ведь обслуживает медицинское учреждение более 12 ближайших населенных пунктов. Отсутствие нарицаний на работу амбулатории прежде всего является положительным отзывом. И вы знаете, и слава богу, вот на протяжении последних полугода никто не приходил, и никто ничего плохого не сказал и сказать, наверное, не может. И это прежде всего показатель успешной и хорошей работы коллектива. И сегодня мы от лица Совета депутатов, от лица партии «Единая Россия» поздравляем сотрудников амбулатории с этим замечательным праздником. В эти дни облегчить работу врачей может каждый из нас. И многого для этого не надо. Просто прийти на пункт вакцинации и получить прививку от COVID-19. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.